Здорово, подписота, 29 декабря, завтрак. На завтрак у нас дожор риса по-купечески, половина пирожка с пюре и с сосиской, также у нас будет тут косичка и паштет в наличии. Давайте тут отодвинем место, вот так вот, капусточки. Вкидываемся капусточкой, давайте. Капусточку квашеную, топчик, надо еще брать. Понравился очень из метро. Так, положили капусточки. Далее, капусточки нарезаем чуть-чуть лучка сверху, да? Вот так вот, накрамсываем. Все. И сдабриваем моим любимым горчичным маслом с сарепта, топчиком. Все. Давайте жрать. На ТикТоке пишут, это уже не завтрак, а ужин получается. Ну почему? У нас 8:56 утра в Волгограде, московское время. Сосисочка. А можно же вот так вообще раз и достать сосисочку оттуда, да? Сосисочку сюда положить, а это использовать как хлебушек. Берем вот так вот, чик, чик, оторвали. И вот сюда вот так вот прям берем, вот так вот, паштетик, чик. И пирожочек уже с паштетиком, ням-ням. Ну так уже поинтереснее, да? Так уже поинтереснее. Люблю поесть плотно с утра. Очень. Человек на ТикТоке пишет. Ты всегда ешь? Ну почему всегда? Иногда еще в туалет хожу. То есть не всегда ем. То ем, то сплю, то пью, то варим сусло употребляю. В общем, забот хватает. Но пожрать я люблю. Это одно из моих любимых времяпровождений. Как-то так. Никак иначе. Я надеюсь, вам ответил на ваш вопрос. Видите, какой воспитанный Женечка. Коммуницирует с вами. Хотя мог бы вообще не базарить, да? Вообще не обратить внимания, проигнорить. Но, что значит, у него покушать есть, он добрый. Запить где? Запиваем обычно, варим сусло. Ну, это шутка, конечно. Смотрите, паштетик в наличии должен быть. Оп. Ну, сразу говорю, мне этот паштет не нравится. Просто надо его доесть. У меня... Я положил одно, а мне зачем-то две положили. Ну, в доставке. Но я как-нибудь куплю тот паштет, который мне нравится. Мне сказали, он где-то на базаре продается. Он, короче, идет со сливочным маслом, поняли? Смотрите, я его помыл под краном, прежде чем есть. Поэтому можно вот так зубами его объедать. Если грязность магазина, не рекомендуется. Перед употреблением мойте его. Ну что могу сказать по рису по-купечески? Очень вкусная вещь. Очень. По мне он даже ничем не хуже гречки по-купечески. Но правда он сделан прям по технологии почти. То есть в идеале по рецепту идет 250 грамм крупы гречки на 400 грамм фарша. Я обычно делаю всегда 400 на 400. В этот раз у меня риса было не 400 грамм, а меньше, полпачки было где-то грамм 300.
риса и получилось очень вкусно, волшебно. Паштетик в наличии. Вкидываемся паштетиком с пирожком. Чик, и все. Пишут завтрак. Да, завтрак. 9 утра в Волгограде, и у нас московское время. А лучок уже был покрошен чуть-чуть. Сейчас я лучок в таких количествах, вот ты спрашиваешь. А лучок? Can you speak English? No, no. No. О, Жукова, привет, ты что не спишь? А, ты же это тоже мало спишь, да? Приветствую тебя. А я вот тут решил пожрать на ТикТоке. Что за блюдо? Не знаю, как оно вообще называется, но я его называю рис по-купечески. Рис по-купечески. Огурцы маринованные у меня есть в наличии, но я их не стал доставать, потому что я квашеной капустки хочу. Очень мне понравилось. Сегодня опять, наверное, скажу, что привезли, наверное, пару банок. Очень вкусно. Очень понравилось. Это с метро. Называется, может, кому интересно, по-деревенски, что ли. Также вы все знаете, я очень люблю косичку. Сыр-косичка. Он же чечил. И причем я его могу и без пива просто вот так вот чик себе нарезать. И все. И солонцевать. Ну, употреблять. Кем вы работаете? Работаю Женечкой. А где чаёк? Ну, чаёк я ещё не делал, и как бы я, если честно, после еды сразу не пью чай, потому что это для желудка очень, очень, потому что я ем много, относительно много, и чай, он очень лишний. Грег Прайм, спасибо за руту. Такую еду лучше минералкой запить. Да ну, ты что? Это очень вкусная еда. Не знаю, как вам, вы иногда люди такие, ну, дикие, эти комментарии пишут, но я, они просто не понимают. Это как я, например, не понимаю какие-то там бишбармаки, например. Погрызем чуточек, да? Паштетиком сочетается, мне надо узнать. С утра я очень голоден всегда. Ну все, я позавтракал, ребята. Всем пока, всем добра. Не буду вас задерживать, идите на работу. А то скажете, из-за меня проспали свою работу. У меня нет чая. У меня есть 3 вида чая. И я не буду тебе показывать, ну просто они есть. Как-то так. И никак иначе. А чай попью и... Он пишет, сливается. Сливается? От кого? От тебя сливают? А что мне с вами сидеть? Я включил, подрубил, чисто мне было... Ладно, все. Надо выключить этот YouTube хотя бы.